Новости хоть вовсе не смотри. Вовсе не читай их и не слушай. Ужасы, зари до зари. Как удава кольца землю душит. Человек стал человеку волк. Стал? Или может мы волками были? Когда голос Авеля умолк, руки брата голос тут убили. Мир, кричим, а мира нет, да нет. Может, от того, что тот оставлен, кто дарует мир и без ракет, без побоищ и враждебных армий. Может, от того, что человек ослеплен техническим прогрессом, а благую весть любви отверг, спрятал под пудовым прессом. Кто-то прав и кто-то виноват, а пока все, видимо, страдают. Мир в грехах, весь мир в грехе погряз. Может, оттого он грех рождает? Миллионы истину нашли, но во тьме другие слепо бродят. Может, жители земли плохо ищут, вот и не находят. А она сияет издали и манит своим теплом и светом. Жители, страдалицы земли, истина пред вами, а не где-то. И она ответ на ваш вопрос о свободе, мире и покое. Истина, Спаситель наш Христос, наше счастье, да еще какое. Мир устал от жутких новостей, репортеры злое предвещают. Весть звучит прекрасней всех вестей. Во Христе Бог грешников прощает.